Привет, молодежь, Гудаури, Грузия. Меня зовут Анатолий, кто не знает, это Лариса из Израиля. Привет. Мы находимся на высоте 2400 метров, 300 метров, соврал. Над уровнем моря. И вам тоже скажу. И сейчас мы полетим на параплане. Вот на вот этой тряпочке, которая за нами. Готовы? Готовы? Айде. Как сказать, чало. Я надеюсь, я это не уроню. Нет, не уроните. Если уроните, она привязана. Главное, на старте не мотыляйтесь вот так сильно. Да. Вперед немножко нагнитесь, станьте удобно. Одна ножка вперед, другая назад. Удобненько стойте, да? Удобненько стойте. Когда нас потянет так назад, я перейдем назад. Вот. Не разворачивайтесь, смотрите вперед. Договорились? Договорились. Да, пойдемте назад, сейчас будет нагнуть. Пойдемте назад, плавно, плавно. Не разворачивайтесь. Помните, я вам говорю, повернитесь вперед. Вперед повернитесь. Пойдемте вперед теперь. Вперед это. Пойдемте. Так. Идем. Все, до свидания. Мы полетели. Вау! Вау! Как дела? Красота! Коленку левую вверх. Хорошо. Вау. Удобно? Да. Отлично. Какая правую красота вверх коленку. Вау. Ларис, ко мне немножко сделайте вот так вот. Вот так нагнитесь. Правую коленку вверх сделайте. Вам удобно будет сидеть просто. Я специально так делаю, чтобы вам удобно было сидеть. Теперь коленку вверх. Хорошо. Отлично. Ну все, летим как птички. Классно. Ребята, мы полетели. Мы уже в воздухе. Так что. Вау. Лиза, самочувствие хорошо все? Да, пока мне все нормально. Отлично, летим. Вау. Как птичка. Первый раз это делаю. Ну, это всегда первый раз бывает. Ничего страшного в этом нету. Я считаю, наоборот, лично. Вас впечатлит этот полет, потому что место, конечно, для первого раза уникальное. Да. Вот. И с правильным человеком. Да. Это самое главное. Как дантиста тяжело найти в этом плане. А вы каждый день летаете? Летаете, говорю, давно. А иногда говорю, первый раз в жизни. Тоже иногда люблю шутить. Нет, уж вы давно летаете, это я знаю. Первый раз в жизни летаю. Сейчас немножко сделаю камерку подлиннее. Вот так вот, раз, два, чтобы у нас было хорошее зрение. Вот. Сейчас идем на носочку, вот туда вот прямо. Там нас ждет восходящий поточек. Thank you.
укачивает. Укачивает чуть-чуть? Да. Вот ты мне скажешь, если что, я вернусь, хорошо? Я готова вернуться. Готова, да? Да. Сейчас я разверну параплан, и мы полетим на посадку, хорошо? Хорошо. Так, сейчас немножко прямо пройдем. Как самочувствие сейчас? Нормально. Немножко легче? Так, все прямо пройдут. Ну, я вас не жаблю, да, когда вы готовы? Конечно. Я готов хоть сейчас, главное, хочется еще все такое. Не, я готова вернуться. Мне нравится просто сейчас так. Полетим. Плавно полетели назад. Во время приземления, немножко вниз вот так делайте, да, вот так, да. Держите. Во время приземления, и вам напомню, и вам, Лариса, да. Ножки наши. А, я тогда попрошу, да, поднять. Поднимите ножки. После этого мы будем рядом с землей, я скажу, готовы встать, становитесь и пойдемте вперед. Мы становимся и вперед идем. Хорошо. Все, больше ничего делать не надо. Вот запоминайте. Понятно. Ничего. Запомнила. Такие вот у нас условия. Вы в вашей компании один летаете? Легче стало немножко? Чуть-чуть, да? Да. Я же тебе говорю, будет все хорошо. Когда мы станем на ножки, да. Будьте готовы нагнуться немножко вперед, наклониться, окей. Я вам скажу, и идти назад, хорошо? Хорошо. Потому что будет нас немножко подтягивать назад, когда крыло будет падать. Запомните, это нормально, ничего там такого нет. Я вас об этом попрошу, естественно. Сейчас можно ножки сделать вверх, да, и будьте готовы становиться. И побежать. Все, хорошо. И потом бежать, я уже забыла. Я вам скажу. Пока ждите. Все готовы приземлиться? И да. Мы готовы приземлиться. Вот там вот приземляется. Готово стать? А сейчас? Стой. Что, сейчас нас потянет назад? Мы с тобой пройдем назад, хорошо? Хорошо. Готово, да? Да. Пойдем назад сейчас? Идем. Наклонись, пожалуйста. Хорошо. Идем. Все. Поздравляю. Приземлились. Скажите, никак невозможно его взять, а то он убежит. Можно? А, сразу забрать его. Вы знаете, мне нужно именно его сейчас. Я его...